ДШВ всегда первый. Слава Украине. Путин хуйло. Алло, привет. Алло. Слышишь, что ли? Я попал в плен сейчас. Слушай только. Мы приехали сюда. Как обмануть? Получается, мы сюда приехали, они нас обманули, что мы защищать приехали, а мы наоборот приехали сюда убивать мирных людей. Вань, ты чё? Женщин, детей. Вань, ты чё такое говоришь? Ваня! Вань, ты чё говоришь? Позвони жене Юрия Белокопытова и Юрия Амельяненко. Скажи, что пускай они позвонят на эту горячую линию и узнают, как забрать тела. Какие тела? Ну их тела. Какие тела? Ну их тела. Вас отпустят домой? Я не знаю, но я надеюсь. Как? Мне хочется вас обнять. Я... Ваня, ты обязательно обнимешь. Я вас так сильно люблю. Мы тебя тоже любим, нахуй, тварь, ты в пизду, ты приедешь и увольняешься, я не ебало переживаю. Я тебя так люблю, Ваня. Прости меня, там все будет хорошо, я уверена, пожалуйста. Все будет хорошо, Ваня. Простите меня за то, что я сюда поехал, то, что нам сказали, убивать людей, верных жителей. Нет, ты родину защищал, успокойся, ты родину защищал. Да нет никакой родины. Нас всех обманывают. Они ничем не помогли. Мы родину, ты нас защищал. Ты нас защищал. От кого защищал? Во-первых. На нас никто не нападал. Это мы виноваты. Это наше правительство виноват.